господи, дай памяти, с кем же играл «Факел». Ну, конечно же, это пропущенный матч был с «КамАЗом». Ну, там Шипилов вышел на 10 минут, а теперь играет в этом противостоянии, будет выступать. Вот он в центре поля, Денис Шипилов делает классную передачу туда, на правый фланг. Она точна, эта передача, удар поворотом. Вышел далеко Вячеслав, и ему закинули туда за воротник. Хорошая... перепас Шипилов. И видно, что Шипилов выделяется именно техникой. На Ершова он делает пас. Ершов, штрафную площадь. Ершов, одного, второго. Ершов, что дальше? Ближний угол. А там есть Рябинкин. Александр здорово играет. Но и Ершова отмечаем. Да и в принципе. Подача пошла. Удар поворотом есть. Чуть выше Степанов открывался. Степанов боролся. Степанов высокий. До отказа, но человек так в районе 100 мы насчитать сможем. Ершов, пас вперед, и хорошее продолжение было, по мнению футболиста «Факела», но оно не случилось, удар поворотом. Очень долго держит поднятый вверх свою руку Мануковский, это наверняка что-то значит. Пошла на дальнюю штангу подача, Рябинкин. Не сказать, чтобы сыграл уверенно, он выходил с криком «Я», но никакого «Я» там не случилось. И... Но потом «Факел» включился и за 15 сразу 3 накидал. Угловой удар, это было очень опасно. Чисто визуально не прям каких-то гигантских размеров вратарь. Довольно скромный по своему росту и весу, но не всегда это важно. Вот момент, вот удар, вот гол! 1-0! Молодежка «Факела» разыграла на раз, два, три. И Станислав Кретинин забивает первый гол своей команды в этом матче. 23-я минута. Воронежский «Факел» 1-0. Гол ворота команды «Коломна» забил Станислав Кретинин, номер 47. Заброс снова на Кретинина, и снова есть перспектива у этой атаки, если бы не классные действия от седьмого номера капитана команды Вячеслава Шакира, который также вернулся в эту зону и свою команду выручил. Мануковский. Сафронов на Калинина играет. Калинин. Шипилов. Ой, красиво проверил своего оппонента. И атака продолжается воронежского клуба. Удар поворотом. Ну, можно было забивать. На Калинина. Дудаев против него. Калинин выискил там своего партнера, но Рендюков оказался в этом отношении. Рендаков, прошу прощения. Конечно же, Рендаков оказался более расторопным. Пас вперед. Вот момент для удара. Борьба, и эту борьбу выигрывает футболист «Коломны». Дудаев в ближний угол. Доровских. Мяч перехвачен. И еще раз перехвачен. Скопинцев. Штрафную площадь Шипилов. И бить поворотом, и забивать. Ну что ж такое-то? Главного тренера наверняка тоже. И главного арбитра этого матча Эмира Привалова. Ну и игра продолжается владением «Факела». Неплюев на Кушталова. Кушталов убрал одного. Второй на его пути. Кушталов. Удар поворотом мимо. Стали раз за разом проникать в штрафную площадь. Одно из таких проникновений закончилось голом в исполнении Кретинина. И дальше еще пару моментов было примерно такие, как сейчас. И абсолютно каким-то невероятным чудом мяч и с первого, и со второго раза в ворота. Шипилов. Судя по всему, Шипилов-то завтра не будет играть в матче с Липецком. А сегодня играет. Сегодня основа «Факел», насколько я знаю, отправляется в Липецк. Еще один момент у «Факела». Опасный. Мануковский. 2-0. Александр Мануковский. Второй гол в этом матче для своей команды. Второй гол для себя лично в этом чемпионате. 55-я минута, Александр Мануковский, 2-0. Что хочется сказать? Ну, наконец-то реализовали, потому что моментов у «Факела» даже по ходу этой атаки
было больше, чем один, и с первого раза не забили, со второго, пожалуйста. Хоккейное празднование – это то, что есть у «Факела» и «Основы», и «Молодежки». Вот так выстраиваясь в полном составе. Скамейка, приветствую тех, кто сейчас на поле. 2-0, Мануковский увеличивает преимущество своей команды. Сначала давайте посмотрим, что в этой атаке получится. Разваливается оборона Коломны. Удар поворотом. 3-0. Никита Ершов. Ну, откровенно, какая-то безалаберность абсолютная в исполнении защитников Коломны. Первый раз выводили Кретинина на ударную позицию, тот не забил. Еще один момент сообразили для своих соперников. И буквально за 3 минуты 2 мяча пропускают свои ворота. Никита Ершов. 3-0. Очень легко «Факел» во втором тайме свое преимущество увеличивает. Коломны. Двойное пересечение фамилий. Неплюев и есть и там, и там. И есть также Поляков. В двух экземплярах. Дровских придумывает гол на свои ворота. Будет ли он? Нет, выручает Дровских. Дровских поднимает руки вверх. Угловой удар. Подать штрафную. Кроме Полякова, еще и Романов и Муравьев имеется в распоряжении Дмитрия Кудинова. И атака от «Факела» пошла быстро, размашистая, защиты практически нету Коломны. Это может быть красная карточка. Да, такая карточка есть. Пошла подача, и удар, и гол! 4-0. Степанов в ворота попадает. А передачу ему сделал только что вышедший на замену игрок. Только что, первым касанием, голевой пас. Ну да, это Поляков был. Это был Поляков, Никита Поляков. Голевой пас, гол. Александр Степанов. Забил Александр Степанов, номер 24. 4-0. Я сейчас прямо обращусь к статистике, и мне интересно, было ли что-то крупней у «Факела» вообще выход. Неплюев. Убежал, как быстро Неплюев. Пытались его догнать. Неплюев на 5-0. Нет. Наращивает свой темп, так как «Факел» продолжает наращивать количество забитых мячей. И вот еще один шанс. Выше ворот. Рендаков его мощно встречает. Рендаков. Хороший Рендаков. Родный. Ошибка. А кто вот на Неплюве сыграет? Поляков не стал. Мяч в сетке ворот. 5-0. Поляков, вторая голевая сегодня. Сейчас давайте сделаем, знаете как, сделаем это объявление вместе с диктором по стадиону. Я имею в виду об авторе забитого мяча. Данил Романов отличился. Должно быть компенсировано. Но счет 5-0. Посмотрим. А вот мог, кстати, 6-0. Но нет пока. А вот теперь. И теперь тоже нет.